Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить игру Cats. Так, давайте глянем, что у нас здесь новенького сейчас. Так, лига завершена, и я не получил повышения, вот это плохо. Супер ящик, вскрываем и получаем детали. Ага, ну, в принципе, вот, вот это на атаку самое то, что надо. Так, успешных защит 11 у меня, и еще я смотрю, у меня... От спонсоров, да, ящик? Ясно. Так, а тут я, значит, нахожусь на третьем месте, ребята. Первое котик, потом Кирилл, Бэтмен. Слушайте, надо кого-то здесь, наверное, ребята, потеснить. Сейчас только посмотрим, что тут у нас от спонсоров. Так, ну, ага, на атаку. На атаку и три кристалла. Это вот хорошо, самое то, что надо. Так, давайте ставить ящик на время. И надо, ребятушки, с вами как-то кумекать, чтобы пробиться опять же в первое место. Давайте, наверное, будем или менять, или улучшать свою тачку. Сейчас мы подумаем над этим делом. Что у меня вообще тут за детали есть? Ну, пирамидами я не пользуюсь, в принципе. Так, давайте глянем вначале, что здесь за противники. Что они из себя представляют. Так, Бэтмен, вроде бы мы с ним дрались. Ага, циркулярочки. Так, ясно, перепрыгивает и сзади меня добивает. Ладно, надо что-то с этим делом делать. Так, с котиком что у нас тут обстоят? Ага, котик меня чисто по атаке валит. Значит, тот с пилами, этот по атаке. Ага. Ну что же, хорошо, я понял ихнюю стратегию. Ну что же, ребята, я предлагаю усилить нам оружие. Сколько выйдет по деньгам? 525 тысяч? Да ну, бросьте вы, это слишком дорого. Я не буду этого делать. Так, что у меня вообще здесь есть за детали? Так, очень много валунов. Пирамиды. Пирамидами я вообще не пользуюсь. Этот валун у нас идет для дрели. Если только, знаете, что нам сделать? Поменять ракетницу на какую-нибудь захудаленькую и попробовать ее прапать. Так. Ага, давайте вот эту попробуем. Так, я смотрю, и циркулярок у меня немало лежит, и лазеры. Так, вот этот неплохой, но слишком долго он, ребят, перезаряжается. Поэтому я как бы сейчас пока им не пользуюсь. Давайте вольем, наверное, какое-нибудь колесико ненужное нам. Или же... Так, подождите-ка секунду. Так, энергия. Ну-ка, сколько? 335, да, добавляет? Хм. Так, ладушки. Вот так вот, наверное, уже будет самое то, ребята. 3000 атаки. Давайте и это сюда вольем. Надо еще что-то. Так, 2% это ерунда все. Так, вот эти вот катера, я ими тоже не пользуюсь, поэтому как бы и не жалко их даже сливать, если честно. Так, 4 кристалла, давайте тратить, что ж делать. Продаем, ну это естественно, чтобы у нас были деньги. Пирамиды практически можно все продавать. Их мне не жалко абсолютно. Так, подожди, что такое, вот так вот. Видишь, ты не хотела продаваться. Так, пилы тоже продаем. Ну что, наверное, уже можно... Ага, еще 35. Отличненько. Не хватает маленько. Вот, уже хорошо. Черт, что-то слабо идет, ребята. Ну, вот этот слабенький можно продать. Подожди, а, не то сделал. Да что такое? Вот, сейчас вольем. Надо такие где-то штуки 3. Третьего уровня. А что в нем такого? Да он же слабенький. Да, конечно. Ну и что, что 2 кристалла. Так, ну и того у нас почти 3331 атака. Ага. Маловато будет, ребята. Они берут там своими атаками. Так, циркулярки тоже продаем. Дрели, естественно, этим всем я не пользуюсь. Так, давайте-ка быренько все продаем. Денежку копим. И будем еще немножечко апаться.
Так, колес у меня тоже дофига. Вот, и вообще не нужны мне, потому что маленькими колесиками я не привык вообще пользоваться. И я вот думаю, стоит ли продавать отбойники мне? Нет, пока не будем. Давайте вот продадим ковш. Одна звезда. Да, в принципе, и двухзвездочный тоже можно продавать. Я им не пользуюсь сейчас. Итого у меня 70 тысяч. Так, а тут полторы, да? И здесь полторы. Обе пушки по полторы. Маловато. Давайте, наверное, вольем пилу. Так, 10 тысяч. И дрель. Еще придется одну дрель вливать. Так, итого у меня сколько получается? 3366. Колесико втюхиваем. Блин, столько лазеров. Наверное, надо что-то, наверное, отдать. Давайте так, наверное, сделаем. И еще какой-нибудь выберем сейчас. Так, слабенький. Вот, да ё-моё, что ты... Вот, великолепно. Итого мы имеем 3400 атаки. Так, ну это, в принципе, слабенько. И это еще хуже. Так, давайте сюда, наверное. Блин, а добавляет-то совсем ничего. Так, ну что, может быть, попробуем с такой вот композицией выступить. Давайте начнем с Бэтмена. Посмотрим, как у нас... Так, все бы ничего, ребята, держимся. Но он все-таки нас перескакивает и бомбит сзади. Надо с этим что-то думать. Так, хорошо. Если у нас перелетает, значит, надо еще, может быть, атаку повысить. Или же... Блин, у меня этих-то нету. Ёлки-палки. Как их там называется-то? Турбин. Была бы турбина, я бы мог бы назад откатиться, и было бы у меня все хорошо. Так, где у меня мои эти штучки-дрючки? Так, ну это слабенькие. А где мои-то эти ракетницы, которые я прокачивал только что? Чуть не врублюсь. Вот, давайте отбойник. Один. Если он полетит, он на него напорится. Соответственно, отлетит. Я надеюсь, назад, а не вперед. Так, ракетницу свою. Где у меня вторая? Для второй-то у меня хватит. Обломись, называется, ребята. Не хватает. Фигня. А так у меня очень мало жизни получается. Я не потяну, наверное, ребята. Так, и больше ничего хорошего, в принципе, нету. Вот только это колесо для валуна, если ставить. Да, и вот это, скорее всего, придется влепить. Блин, и скорость получается у меня та же самая. То есть, если он едет, отскакивает. В общем, надо это все, ребята, сейчас смотреть, как оно будет на деле. Так, где он у меня, Бэтмен этот? Я все это для чего делаю, ребята? Чтобы попасть опять на первое же место. Ё-моё, нифига не получилось, ребята. А хотя... Нет, 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 он меня сейчас распилякает. Если я его не подтолкну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, ребята. Вот так вот мы зарабатываем ордена. Что ж, хорошо. И остался у нас котик, да? А котик у нас кто с... Ага, это пирамида у нас. Ну, он берет меня здесь чисто по атаке. Что я могу по этому поводу сказать? Давайте попробуем вернуть свою прежнюю машину с двумя ракетницами, ну, как все полагается. Так, где мой валун? Где он мой родной? Так, давай иди сюда. Ставим на тебя мои пушки, ракетницы эти. Не знаю, передамажу я его или нет. Ну, в общем, сейчас все увидим сами. Так, ставим опять мои родные колеса сюда. Итого у меня сколько хпшек? 7000, грубо говоря. Ну, атаки очень мало. С ковшом у меня почти 8000. Черт, может лазер поставить? Я не знаю. Давайте так глянем, а потом уже определимся. Но завалить котика я в любом случае должен, чтобы оказаться на первом месте. Ай-яй-яй-яй-яй, ребятушки, сами видите, немножечко совсем не хватает, совсем капельку. Что я могу сделать? Естественно, усилить свое оружие. Для этого придется какую-то из ракетниц затачивать. Так, почти 1800, а это 1600. Или же укреплять корпус. Тут три варианта. Так, продаем, потому что денег у меня, как видите, нету. Затачивать нечем будет. Так, весь хлам. Хлам продаем. Эти машины, в принципе, нафиг не нужны. Корпуса, точнее. Их не жалко и сплавить. Так, один на всякий случай оставим. Там кое для чего пригодится. Для дрели, да? Хм.
Но у него, по-моему, ребята, всего 10 энергии. А это мало. Все вооружение я не смогу на него одеть. Поэтому придется как-то думать вот над этим. Так, что такое не вливается-то, почему? Так, сюда. Ой, как мало добавляет. Очень мало. Это же я буквально сейчас сюда все волью, чтобы поднять буквально на 50 урона. Да, и при этом думать, стоила ли овчинка выделки. А то я сейчас все волью, солью, продам и буду проигрывать. Вот я тогда обломаюсь, ребята. Как говорится, и денег нету, и деталей нету. Блин, что же еще-то можно заложить-то, а? Лазер? Ну, я даже не знаю. Двухзвездочный тут четырех. Две ракетницы у меня. И три корпуса осталось. Так, энергии. Давайте тогда вливаем, я не знаю. Он не добавляет ничего. Ага, вот этот можно было бы. Но мне жалко. Жалко, 35 атаки повышает. Это практически ни о чем не говорит. Отбойники мне тоже нужны. Хотя у меня их два. Угу. Для ракетниц. Блин, было бы у него два отверстия под ракетницы, я бы его взял. А так не получается никак. Придется с этой штукой кумекать, ребята. Это еще хорошо, что есть, как говорится, что продать и что влить. Давайте так сделаем. Придется, что же делать. Итого у меня почти 3,5 к атаке. Давайте попробуем открыть сундук и посмотреть, что из него выйдет. Колеса. Одни колеса. О, бонус. Что дают? Циркулярку. Ага. Фигово, ребята. Давайте, наверное, и этот откроем. Нужны детали, запчасти. Иначе никак. Ну дай на атаку мне сундук. О, вот эту уже хорошо, ребята. Но стоить, наверное, сейчас будет, елки-палки, сколько. Так, давайте еще один откроем. Так, колесо, отбойник, лазер, колесо. Ну, в принципе, ничего хорошего. Но придется вот нам из вот этого всего как-то лепить усиленное оружие. Давайте глянем, что у нас тут. 651, 8 энергии. Почему так циркулярка дорого стоит по слотам? Дрель-то вообще ничего не добавляет практически. Так, давайте сюда. Вот так вот будет. Придется сделать так. Ну что же, вот теперь, блин, 3700, почти 3800. Даже не знаю, надо как-то или еще вливать. А вливать нечего практически, да? Блин, да ну нафиг. Продадим. Ой, у меня и денег-то уже нет, ребята. Вообще на голике нахожусь. Вот это попадос. Ну что же, давайте тогда. Так, у меня лазеров тут много, да? Надо какой-то сбагрить. Так, 1000. Вот этот вообще ни к чему не годен. В принципе, вот эти два, они никчемные. И дрель. Так, итого у меня 230 тысяч. Так, колеса. С колесами тоже. Вот, отбойников у меня целых две штуки. Двухзвездочные, они практически одинаковые. Один мы из них продаем, естественно. Так, ну что, 35 тысяч. А там надо 50, да, для того, чтобы прапать. Так, сколько здесь у меня? Почти 2000 атаки. Надо до 2000 догнать, и было бы самое то, ребята. Тогда, я думаю, все бы у меня получилось. Что? Блин, да что ж такое-то? Опять деньги кончились. Ёлки-палки. В общем, получается, все, что я заработал, все, что я пооткрывал, все сейчас и продам. Это для того, чтобы усилить свое оружие, ребята. А как иначе? Абсолютно никак. Вот и приходится как-то кумекать. Если хочешь быть в первых местах, в лидерах, естественно, ты должен чем-то жертвовать. Я в данный момент жертвую своими деталями. Кто-то скажет, что это глупо, но я так не считаю. Это все-таки игра, ребят. И надо, как говорится, получил на халяву и не жалея вливаешь. Так, ну что, 1973, вот так вот. Итого 3800. Уже практически, можно сказать, самое то, что нужно. И это все делается только ради того, чтобы победить этого котика. Так, давайте смотреть, что у нас выходит.
Вот, ребята, о чем я вам говорил. Я его передамажил, и я лечу на первое место. Но, опять же, не факт, что я здесь долго задержусь. Все, я абсолютный лидер здесь. Вот, потому что через каждые там 2-3 часа люди заходят в сеть, начинают играть, так же, как и я, подгонять свою тачку под мою, естественно, передамаживать, скидывать меня с места. Так, ну а теперь, ребята, будем зарабатывать себе на сундуки. Потому что я все потратил, и надо, чтобы у меня... Так, один сундучок есть. Поехали дальше. Опачки, как... Ага. Вот видите, ребята, тут... Всего лишь на 500 очей урона больше, и он уже все, дамажит меня. Так, давайте-ка этого попробуем. О! Антан. Больно ватный, хотя на Бигфуте, ребята, не забывайте. Точнее, на башне. Так, Арис. Так, с лазером, да, идет? Ой-ой-ой. У-у-у, да ты вообще вата, ватой. 3000 хп всего у него было. Ну, правильно, тут так и должно было быть. Так, а у этого 5000 все равно мой дамаг. Отличненько. Че сундуки-то не дают, а? Давайте, ребята, мне сундуки. Вот, второй выпал. Осталось еще два. Ага, с отбойником идет. Оп-оп. Но не тут-то было, ребята. Мой ковш сработал, как говорится, как надо. Я его приподнял и расстрелял под нищу. Так, делайте. Тихо-тихо-тихо, делайте. Вот так вот. Делайте тоже отдыхает. Зарабатываем мы с вами очки. А, естественно, когда чем больше очков, тем выше ты в рейтинге поднимаешься. Вообще, даже как ты пока тут говорил, даже и не заметил. Так, ну что, вот у нас и третий сундучок. Осталось еще один, ребята. Это что там за попрыгун такой? Прости, Бойл. Надо тебе немножко отдохнуть, ты перегрелся. Так, ну что, дают мне четвертый-то, нет? Ой, опять пила. Ё-моё, вы видите, ребята, что происходит, Брей? Он меня перепрыгнул, хотя, ребята, сейчас его и... Нет, ну давай, быстрее. Есть, отличненько. Ну, получаю я сундук или как? Нет, еще не получаю. Но после этого боя точно должен. Денис, наверное, хотел написать, ну да ладно. О, фиолетовый, да, получаю? Отлично. Ну что ж, ребята, в принципе, на этом можно и завершать этот выпуск. Я для чего его делал, чтобы просто показать вам, как надо выбиваться на первые места. Не обязательно проходить всю лигу, а просто выбираешь избранных с мечиками и их убиваешь, и тем самым продвигаешься к первому месту. Ну а на этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся в следующих выпусках. Так что, ребятушки, ждите. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята. До скорых встреч. Bouncing the hopper, nigga, you can't stop bouncing.